Согласитесь, подобный ракешник в играх на Динди явление редкое. И едва ли кто из композиторов расценивал потенциал 8-битного звука приемлемым для музыки в стиле тяжелый рок. Это правда, едва ли 5 линейных примитивных каналов подходят для гитарных запилов. Тем не менее, Тим Форин, чей трек вы слышите в заставке игры Target Renegade, известный у нас еще как и Double Dragon 4, был одним из первых не-японских композиторов, кто продвигал на консоль от Nintendo более мощное и откровенно экспериментальное звучание. Ключевое слово здесь «одним из первых». И в этой связи нам необходимо теперь послушать вот это. Игра Immortal появилась на свет в том же 1990 году, что и Target Renegade, и аналогично ей она вышла сразу на нескольких платформах. Музыку к ней написал человек, который за несколько лет до этого фактически изобрел вот этот звуковой прием. Наверняка вы слышали подобный эффект во многих других играх. У некоторых он со временем даже стал своего рода визитной карточкой, как, например, в играх от Codemasters, уже тогда выходивших на NES официально и не очень. Только первоначально этот эффект был воспроизведен не на NES, а на домашнем компьютере от компании Commodore International, Commodore 64. В Европе середины 80-х это была чрезвычайно популярная машина, наравне с компьютером от Sinclair ZX Spectrum, игры на которые выходили сотнями. И многие из них писались молодыми энтузиастами на фрилансе. Одним из таких энтузиастов как раз и был автор музыки к Immortal англичанин Роб Хаббард. Легендарный видеоигровой композитор, воплотивший многие инновационные идеи в музыке для Commodore 64 и завоевавший безоговорочное признание среди других разработчиков и программистов. Вы, наверное, спросите, а при чем здесь, собственно, Денди? А при том, что музыкой Роба Хаббарда вдохновились очень многие программисты. И когда на пороге уже замаячила Nintendo со своей Entertainment System, ее издатели начали набирать разработчиков для новых игр к ней. А благодаря тому, что процессоры у Commodore 64 и NES были идентичны, во времена, когда Nintendo уже завоевывала мир, к ней хлынул целый поток европейских разработчиков и композиторов, которые явно вдохновились саундом Хаббарда, но при этом сумели создать на NES совершенно особенную и ярко выделяющуюся музыку. Композиторов, работы которых мы послушаем с вами сегодня, отличают от прочих два основных фактора. Первый – они все начинали с написания музыки для Commodore и Spectrum. И второй – они все европейцы. Роб Хаббард, являющийся для многих основоположником, в NES-индустрию пришел в 1990 году и успел отметиться музыкой всего в паре игр – вышеупомянутому Immortal и сиквелу игры Skate or Die. И в обеих играх он сотворил такое, чего до него не сотворял никто. Хаббард был тот еще экспериментатор. В Immortal он использовал DPCM канал для воспроизведения инструмента Sawtooth, так называемая пила. Эдакий протяжный бас, который на Commodore 64 и прочих синтезаторах был доступен как базовый инструмент, а вот на NES никогда не использовался, кроме как в Японии в чипах у Konami. А вот при создании музыки для игры Skate or Die 2 Хаббард подумал, а почему до сих пор никто не пробовал использовать DPCM канал для электрогитары?
и, нарезав сэмплов звука электрухи, он засунул их в заставку игры. И я скажу вам, такого ракешника на NES прежде не видели точно. Удачная ли это была идея или нет, не мне судить. Но определенно жаль, что эта игра практически не встречалась нам на картриджах в детстве. Из того же, что встречалось, в плане рок-композиции преуспели на самом деле многие. Та же открывающая тема из заставки Target Renegade, написанная Тимом Форином, яркий тому пример. Но Тим не единственный Форин, который писал музыку для NES. У него был брат Джефф. А у того был еще брат Майк. И хоть последний с Nintendo, да и вообще с музыкой, дел особо не имел, но как старший из братьев, остальных форинов в видеоигровую индустрию привел именно он. Изначально Тим Форин не хотел быть игровым композитором. Так вышло, что он ковырялся в Спектруме и изучал особенности написания кода для него, поскольку Спек тогда был одним из самых доступных компьютеров на рынке. Достался он ему от старшего брата Майка, который уже давно увлекался программированием игр и к 85 году научился писать неплохой код. А Тим также был заинтересован этой темой и тоже хотел пробовать писать свои игры. Но пока под покровительством Майка занимался только музыкой и звуками в играх своего старшего брата. Одна из его первых работ – музыка к игре Agent X, которую он написал на одноканальном спековском бипере. Казалось, что можно сделать на обычной пищалке. Однако, чем больше Тим развивал свой программерский талант в написании звуковых движков, тем круче у него получалась музыка на достаточно маломощном компе. К моменту, когда в начале 1987 года Майк Форин наткнулся на объявление новой английской студии Software Creations о поиске программистов для создания новых игр, Тим уже здорово преуспел в создании музыки. Поэтому, когда он сам пришел в эту студию вслед за Майком, он устроился именно на должность композитора. В пределах стен Software Creations он ознакомился с другим популярным компом того времени – Commodore 64. И вскоре, используя всего три звуковых канала, начал выдавать на нем нечто совершенно особенное.
Один только поразительно реалистичный дождь в заставке порта игры Ghosts and Ghosts чего стоит. А в середине 89-го Software Creation занялась разработкой игр для становящейся все более популярной приставки от Nintendo. И за полтора года под флагом разномастных издателей они выпустили для нее 6 игр во главе с Серебряным Серфером. По качеству исполнения, правда, все эти игры были весьма ниже среднего, но по части музыки все было строго наоборот. Ко всем из них музыку написал Тим Форин на основе звукового драйвера Стефана Ради, программиста из Creations. Но в работе над серфером некоторое участие оказал второй брат Тима, Джефф Форин. Каким же образом и он оказался в этой лодке? Вот что об этом рассказывал сам Тим. Джефф тогда был в университете, кажется, получал агротехническое образование. Да, в этом сразу можно увидеть продуманный план. Он закончил курс и получил работу в киоске, где торговали картофелем. Первая его работа заключалась в ходьбе по грядкам с этим колесом на палке для измерения периметра полей. Я тогда работал в Software Creations, и помню, он однажды сказал, как его осенило, что я там развлекаюсь, пишу музыку, а он ходит по полям с колесом на палке. И я сказал, что, пожалуй, тоже мог бы найти ему работу в Software Creations, и что, мне кажется, для него это должно быть несложно. Я как-то инстинктивно полагал, что у нас с ним будет одинаковое понимание этих вещей. Вообще, Джефф не имел никакого опыта работы с компьютерами, они его совершенно не интересовали. Он интересовался только музыкой. То есть он пришел к этому занятию из увлечения музыкой, а я из увлечения технической частью. Я просто научил его, как создавать звуки, как заставить все это работать, что надо делать, и разным техникам, которые он использовал. Он сразу начал осваивать драйвер, который я разработал. Джефф просто взял его и начал сочинять музыку, поэтому на самом деле мы не совсем работали вместе. Возможно, изредка над некоторыми отдельными мелодиями. Что касается звукового драйвера, на котором писали музыку братья Форины, здесь сложно понять, кому верить, поскольку и Тим, и Стефан в своих интервью подтверждали свое единоличное авторство. Возможно, Тим в чем-то доработал драйвер под NES, который написал Ради. Возможно, последний писал его вообще под другую платформу, кто знает. Но несомненно, что именно этот звук и стал впоследствии фирменным стилем Форинов в играх для Nintendo.
Помимо совместных проектов, стоит отдельно отметить и работы самого Джеффа Форина, которые он уже создал в одиночку. Для начала музыка из игры «Том и Джерри», по сути представляющая из себя попурри из музыкальных тем мультфильма, где одна плавно перетекает в другую и постоянно меняется темп и ритм. Что является очень схожим со стилем прогрессив-рок, которому весьма тяготели в то время как Тим, так и Джефф. Также в 1991 году Джефф приложил руку к созданию музыкального сопровождения к незабвенному «Терминатору 2» для NES. Здесь его подход не изменился, однако одно дело адаптировать мелодии из мультфильма, но совсем другое – перенести на приставку тягучий эмбиент или минималистичный синт Брэда Фидера. В итоге то, что получилось, в целом довольно сложно назвать музыкой в классическом понимании. Но погружение в атмосферу и мрачность истории произведение Форина Среднего выполняет на все 100. Даже я в детстве немного побаивался этой игры как раз из-за непривычного музыкального давления. Большинство европейских композиторов запомнились нам с вами музыкой к играм, созданным по мотивам кинофильмов тех лет. И как в случае с «Терминатором 2» Джеффа Форина, эти композиторы писали собственные мелодии в фильмах, не звучавшие, но сделанные настолько круто и этим запоминающиеся,
что они стали для нас неотъемлемой ассоциацией с самими фильмами. Не правда ли? Английская компания Ocean или Ocean Software, которая занималась в 80-х и 90-х производством таких игр, однажды пригласила на работу саунд-дизайнера Джонатана Данна, в чьи обязанности поначалу тоже входило создание музыкального сопровождения к играм на Commodore 64. И к моменту, когда Данн начал писать музыку для NES, он уже был ведущим саундмейкером в Ocean. Для создания некоторых игр по лицензии Ocean выделила небольшую команду разработчиков, назвавших себя Painting by Numbers. Забавно, что штатного композитора у студии по сути не было, и создание музыки и звуков уходило на аутсорс в старшую контору, где как раз и трудился Джонатан Данн. К тому моменту Джон уже довольно давно работал на Ocean и писал музыку, а иногда и вовсе создавал свои звуковые движки для самых разных платформ. Таким образом, Данн был не просто композитором, а также саунд-инженером и программистом, и практически во всех играх, где использовался его драйвер, в коде имелась строчка «Music Driver, версия такая-то, копирайт, Jonathan Dunn and Ocean Software». Поэтому, когда его попросили написать музыку для игры к грядущему выходу фильма «Робокоп 2», у него за плечами уже был собственный звуковой движок и готовый саундтрек к играм по первому «Робокопу», выходившим ранее на компах и геймбоя, который он решил частично использовать во второй части игры на NES. Для следующего проекта студии, игре по фильму Darkman, не пришлось ничего выдумывать. Мало того, что она использовала игровой движок от Robocop 2, так еще и звуковой никоим образом не изменился. Разве что сами мелодии стали куда более разнонаправленные, ведь действие игры происходило в весьма причудливых локациях. И тема, играющая на уровне Чайнатаун, надо признать, весьма интересно сочетает китайские мотивы с английским синтом. We'll be right back.
Тем временем эпоха NES приближалась к неумолимому закату, а Ocean бралась за все более и более амбициозные проекты. В 1993 году среди таких был нашумевший фильм Стивена Спилберга «Парк юрского периода», и Ocean заказала разработку сразу двух версий игры. 8-битную для NES и Game Boy и 16-битную для Super Nintendo. Писать музыку и заниматься звуками для обеих игр посадили одного человека – Джонатана Данна. Но поскольку сами версии игр в корне отличались друг от друга, то это же сказалось и на музыке. И если в версии для старшей платформы все чаще звучал ambient, то на родной Денди мы с вами слышали вот этот крутейший бит. Именно в этой игре особенности звукового движка Данна заметны сильнее всего. Он использовал DPCM-канал для рабочего барабана ударных, из-за чего освобождался шумовой канал, что в итоге позволило запихать в трек чуть ли не целую барабанную установку. Кстати, мало кто знает, но для этого хитового трека Джонатан Данн позаимствовал фрагмент из другой игры и от другого композитора. В 80-х годах для студии Ocean также писал музыку композитор Мартин Галвей, имеющий в кругах поклонников Commodore 64 практически культовый статус. И, возможно, один из его треков покажется вам подозрительно знакомым. Thank you.
Игра под названием Comic Bakery вышла гораздо раньше, чем Jurassic Park, и основной элемент из ее музыки был использован Даном как дань уважения своему коллеге по ремеслу. Когда мы спросили об этом самого Джонатана, вот что он ответил нам в Твиттере. Это была одна из моих любимых тем Мартина Галвея, и мне хотелось закаверить ее и поместить в один из моих треков. Это крупица истории Оушен, которая продолжилась в парке юрского периода. Да, компания Оушен действительно была крупнейшим европейским издателем видеоигр на консоли от Nintendo. Ее игры практически не выходили в Японии, зато выходили в Соединенных Штатах Америки. Правда, ввиду того, что в первой половине 90-х популярность 8-битной NES за океаном стала утихать из-за следующего поколения консолей, наиболее выдающиеся в музыкальном плане игры были замечены там гораздо меньшим количеством геймеров, нежели у нас в России несколько лет спустя. И именно такой участи удостоилась, пожалуй, самая знаменитая 8-битная игра по кинофильму, которую не шибко заметили геймеры за рубежом, но которую просто обожает наше поколение дэндерсов. И хотя мы с вами уже слушали ее открывающую мелодию в самом первом выпуске музыки Beat, я думаю, ради такого шедевра можно сделать исключение и послушать еще раз. В отличие от всех ранее упомянутых композиторов, автор этой мелодии Ерон Тель не был британцем. Однако, несмотря на нидерландское подданство, он тоже с ранних лет увлекался музыкой и самыми разными домашними компами. Первые свои треки для игр на том же Commodore он написал в 1988 году, когда ему было немногим более 16 лет. В том же 88-м его взяли штатным композитором в компанию Probe Software, где в его обязанности входило не только написание музыки для игр на домашние компы, но и на игровые приставки, такие как Nintendo Entertainment System и отчасти провальная, но все еще довольно популярная в Европе Sega Master System. Тель, как и упоминавшийся ранее Дан, почти для всех игр на самых разных платформах писал свой звуковой движок, благодаря чему эта же тема Robocop 3 не сильно отличается по звучанию на Commodore 64, для которого он тоже делал версию. Сам Тель рассказывал, что именно на Commodore смог полностью реализовать тему Robocop 3 так,
как изначально задумывал. Ведь на NES ему мешали ограничения, а на 64-м, несмотря на малое количество каналов, возможностей больше. Я помню, когда 9 лет назад я публиковал у себя на канале выпуск Dendy Memories, посвященный Robocop 3, где рассказывал о том, как в детстве записывал мелодию из заставки игры на магнитофон, у меня случился легкий шок, когда я увидел, что в комментариях под видео с благодарностью отписался сам Ерунтель. Более того, он сделал это впоследствии еще несколько раз и даже рассказал краткую историю о том, как написал этот трек всего за одну ночь в Лондоне. Но на тот момент я даже представить себе не мог, что когда-нибудь я смогу получить одобрение от человека из мира видеоигр, музыкой которого я восхищался с самого детства. Я думаю, вы понимаете, насколько это было потрясающе. Как Ерун признавался в одном из своих интервью, влияние на его творчество также оказали Роб Хаббард и Мартин Галвей. Довольно забавно, что для порта Amiga-коммодоровской игры Supremacy Your Will Be Done, известной в США как Overlord, для которой Тель написал очень крутую музыку, тем не менее на NES он полностью ее переделал в более мрачных тонах, и теперь она стала походить на что-то среднее между работами Хаббарда и Галвея. На Денди эта игра из-за необходимости сохранения с батарейкой не встречалась, но ее титульная мелодия является одним из лучших творений Еруна Теля на NES. А вот следующая игра вам точно знакома, потому что к выходу известного вам фильма Дэвида Финчера «Чужой 3» Prob Software получила заказ на создание сразу нескольких игр по нему для самых разных платформ. Заказчиком, кстати, был печально известный издатель LGM. Вот. И в версии для NES у Теля просто шикарно получилось передать
как гнетущую атмосферу планеты Ярость 161, так и опасности, связанные со шныряющими повсюду смертоносными ксеноморфами. Вообще, похоже, у Телли это была какая-то своеобразная судьба все время писать темную, мрачную музыку. Прямо эдакий Тим Бёртон в области видеоигр. Помимо саундов «Чужому» и «Робокопу», он еще отметился Остом к экранизации фильма «Дракула» Брэма Стокера, который, надо признать, довольно жестко бьет по мозгам, так как Лиерун в нем практически не использовал шумовой канал. Но среди всей этой мрачной стилистики в дискографии Телля, вы не поверите, есть одна игра по Диснею. Хотя да, мрачностью она тоже слегка отдает, так как это игра по мультфильму «Красавица и чудовище», которая являлась довольно поздним европейским эксклюзивом. О музыке здесь особо нечего сказать, поскольку все, что в ней звучало, Телль переносил с версии игры на Супер Нинтендо, в которой тоже был композитором. Однако, есть на NES еще одна игра по Диснею, также разработанная в Европе на закате консоли, которая подводит нас к другой яркой персоне музыкального геймдева. И в эту игру, я уверен, играли большинство из вас. Эту знаменитую мелодию из классического мультфильма Диснея «Книга джунглей» очень элегантно перенес на 8-битную платформу англичанин Нил Болдуин. И в отличие от всех вышеупомянутых композиторов, Болдуин начал активно писать свою музыку не для домашних компьютеров, а именно для NES, используя собственный звуковой движок. В конце 80-х он вместе с группой единомышленников открыл студию Eurocom, целью которой стал не перенасыщенный рынок игр для домашних компов того времени,
а разработка игр чисто под игровые приставки. В то время в Британии была только одна студия, которая разрабатывала игры чисто для домашней системы от Nintendo. Это Rare. Поэтому в целом конкуренция была невелика. В 1990 году они выпустили свою первую игру на NES, очень самобытную RPG с видом сбоку под названием Magician, которая сейчас мало кому известна. А вот их следующая игра уже многим из вас может быть знакома. Это James Bond Jr., изданная годом позже компанией THQ. И именно музыка Болдуина играла в ней, когда мы бродили по запутанным локациям и пытались разгадать местные пазлы. Несмотря на некую схожесть звучания с движком Еруна Теля, по словам Нила, первое время ориентиром для него в музыке был именно Роб Хаббард, которому после он подражал в своих редких работах на C64. Но с Телем он однажды пересекся на проекте по фильму «Смертельное оружие», когда писал музыку для одноименной игры на Nintendo, а Тель писал ее для версии Master System. Тем временем дела у студии шли ни шатко ни валко, по словам композитора, они вообще работали себе в убыток. И Нил не гнушался подработкой на стороне. А System 3, еще одна европейская студия разработчик, тогда как раз тоже пытались выйти на рынок NES. Только им это не удалось, и они успели сделать для нее всего две игры. Отвратительного Конана, выпущенного Mindscape, и гоночную игру по лицензии от Ferrari, Grand Prix Challenge, которая, в принципе, тоже утонула бы в аналах истории, как очередная посредственная гоночка на NES, если бы не одно «но». Абсолютно потрясающая музыка. Как позже признавался в своем блоге сам Нил,
Это одна из его самых любимых работ на NES. Коих на самом деле было больше, но из-за финансовых неурядиц некоторые игры, над которыми кропотливо работал Болдуин, так и не увидели свет. Так или иначе, обилие заказов на другие платформы, такие как Super Nintendo и Game Boy, спасли студию Eurocom от закрытия, и она продолжила выпускать игры по лицензии. Тем же самым занимались еще немало компаний и разработчиков из Европы, которые привлекали к своим проектам других маститых композиторов из околопкшной сферы. Дэвид Уитакер, весьма культовая персона европейского гримдева, написавший сотни треков для игр на Amiga и ZX Spectrum, отметился на NES всего лишь одной известной игрой. Но зато такой, которая одновременно могла и вогнать в ступор, и протащить своим мощнейшим музоном, и наверняка запомнилась этим большинству дэндисов России. Это один из самых темных и драйвовых саундтреков на всей платформе. И так вышло, что это по сути была чуть ли не единственная работа Уитакера для NES. Хотя в начале 2000-х ему приписывали авторство доброй части нинтендовских остов наших европейских творцов. А так он еще написал музыку для практически неизвестного у нас порта амировской игрушки Alfred Chicken. Хотя вот его звуковой движок использовали и в других портах на NES. Например, в «Короле льве». И какое же счастье, что этот великолепный европейский эксклюзив не подходит по формату к денди. Вообще, чисто европейские эксклюзивы – это на самом деле отдельная тема. Они и в те времена не шибко пользовались популярностью, поскольку многие из них являлись низкокачественными портами с других систем, как, например, «Король лев» с «Геймбоя». Но так вышло, что последний композитор, о котором я бы хотел сегодня напоследок упомянуть, как раз был причастен к этим портам. Как и многие предыдущие ребята, настоящей славы он снискал себе на сцене Спектрума, но в отличие от них проживал в Испании и звали его Альберто Хосе Гонзалес. Он писал свои треки в собственной студии Beat Managers, где для NES разрабатывались игры по лицензии Infogrames по французским комиксам Астерикс и Смурфы. Хотя, как я уже сказал, первоначально они создавались вообще для Game Boy. И вот вроде бы ничего примечательного в музыке этих игр нет, но вот на самом Game Boy Гонзалес навсегда вписал себя в историю как автор, не побоюсь этого слова, лучшего саундтрека на этой портативной нинтендовской консоли. И если вы еще не слышали, как звучит в его исполнении игра Metal Masters, то я настаиваю, чтобы вы послушали, на что, оказывается, этот маленький кирпичик был способен.
в этом выпуске мы отметили далеко не всех композиторов, писавших музыку для NES в Европе, но мы постарались уделить время самым значимым. Тем, чьи аранжировки действительно сформировали новый, особенный стиль звучания музыки на 8-битной Nintendo. Впрочем, это еще не конец истории, поскольку сама эта история зовет нас еще дальше, и порой даже совсем на другие планеты.